Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать про наш кейс инвестирования в строительство загородного дома с последующей продажей и доходностью 57% годовых. Исходные данные. Недалеко от Москвы, в 7 километрах по киевскому направлению, нашли участок. Участок 5 соток. На участке не было ничего, поэтому провели туда свет. Рядом проходила канализация. Подъездных дорог тоже не было, межевания сделано не было, все делали своими силами. Потом начали выбирать проект после оформления документов. Проекту склонились финских домов, с учетом того, что там большие панорамные окна. И это выглядело, на мой взгляд, несколько необычно. Заказали проект, по этому проекту обратились в строительную компанию. И компания уже возводила нам дом по общей площадью 135 квадратных метров. По времени. На оформление документов ушел месяц, на строительство дома и благоустройство участка ушло еще примерно 2,5 месяца. К лету строители сдали нам дом полностью, и мы взялись за его продажу. Первичная цена, за которую мы ее выставили, составляла 6 900 000 рублей. Звонков примерно было по дому 1-2 в день. Просмотров было 1-2 в неделю. С учетом торга дом ушел за 6,5 миллионов рублей. По времени проект занял 8 месяцев в общей сложности. Затратная часть была 2 миллиона, был куплен участок. 2 700 обошлось строительство. Ну и, как я уже говорил, продан в общей сложности он был за 6 миллионов 500. Общая прибыль составила 1 миллион 800 тысяч рублей.